Оу, как по мне, это был отличный день. Это было чудесно. Лично я бы хотела, чтобы Кристина втащила ей еще сильнее. Знаешь, Анжела, она быдло, задира. Она ребенок, который так и не повзрослел. И ее поступок был неправильным. Думаю, должны быть более тяжелые последствия для тех, кто публично оскорбляет людей. В интернете, лично, во всех случаях. Так что я думаю, что она получила по заслугам. Я ничуть не обвиняю Сайборг. И я надеюсь, что законодательство будет обращать внимание на все. Потому что она действительно получила по заслугам. Так что я всегда в команде Сайборг в этом плане. Перевел, озвучил портал MMABoxing.ru.